Сегодня у меня в гостях одиозная, шумная, непонятная, немногим понятная личность Сандей Адаладжа, пастор одной из самых больших церквей Украины. Я не знаю о размерах, я не буду спорить, не мне считать. Я не хотел, чтобы я сделал выводы в передаче. Обычно я делаю выводы, но я не хотел бы, каждый пускай сделает выводы сам. Здравствуйте, Сандей, это наша вторая с вами встреча. Добрый, Максим. Что будет, если вас посадят в тюрьму? Если меня посадят в тюрьму, во-первых, для меня... Посольство закроется? Вот что бы ни было с Сандеем, что бы ни было с моей личностью, с посольством уже ничего не будет. И ничего страшного уже с посольством не будет. Посольство будет уже такая церковь, и благодаря кризису, что мы не только не закроемся, посольство Божье будет продолжать. А что ты будешь делать? Посольство Божье будет продолжать быть одной из самых крупных церквей в этой стране и в этом континенте. А если меня посадят все-таки в тюрьму, значит, будь уверен об одном. Там будет пробуждение. Там кто-то покается, там кто-то покается, там тоже будет пробуждение. Ну, тюрьмы разные бывают. Ну, какой бы там ни было, будет пробуждение. Я там нам не страшит, это нам не страшит. Не страшит тебя? Да. А ты как интересовался вообще, как вот в советских тюрьмах правила, понятия? А я не интересовался, потому что я отсюда не собираюсь. А ты... Это не мое участие. Я не тот, который должен сидеть в тюрьме. Я тот, который освобождает те, которые там сидят. Хорошо. Однажды ты в своей церкви учил о том, чтобы запретить смотреть телеканалы, на интернет-сайты ходить. И, ну, давай посмотрим вот короткое видео. Mm-hmm. Будьте любезны, включите нам ролик третий. Почему я не слушаю, почему мы не можем слушать TBN? И там есть разные помазанники, там не TBN, какой-то CNL. Ну, там иногда доезжал на пастора Сандей, но это иногда только, не все. Попадешь однажды. Кто-то говорит, почему нельзя заходить на InVictory? Потому что там, иногда ругают пастора Сандей там, но это только временно. Но не все. Кому ты даешь твое внимание? Какая-то церковь со странной теологией появилась в Киеве недавно, где все то ли проклятие выгоняют, то ли бесов выгоняют. И какой-то человек, который был пастором здесь, женщина, сказали нам, что она подхаживает иногда туда. Она говорит, нет, я просто ради интереса прохожу. Нет, я не знаю, что это. Через два месяца ее нету. Потому что, она именно туда пошла. Почему? Потому что кому ты даешь свое внимание, то тому ты поклоняешься. Кому ты даешь свое внимание, того ты посчитаешь. У нас был такой Павел Федоров. Он сидел в интернете, постоянно сражался, то ли с Шидловским, то ли с кем-то там тягался по видео и так далее. Сидел в интернете, сражался с врагами пастора Сандей. Кто его просил? Потому что, чтобы сражаться, надо считать эти новости все. Через два месяца его нету здесь уже. Он сам уже выступает через YouTube и интернет. Почему? Кому ты даешь твое внимание, того ты посчитаешь. Ну вот такое харизматичное, яркое выступление. Такое ощущение, что Сандей, запрещаешь людям смотреть наружу. Знаешь, как баптисты запрещают там смотреть на пятидесятников и все запреты. То есть это как бы пошел закон, то есть нельзя? Не. Это, по-моему, в этой проповеди очень ясно было, что если ты идешь смотреть там, где гонит на твоего пастора, я пастор. Uh-huh. И как Павел пишет, одна из ролей пастора – это блюсти овец. И он предупреждал церковь Деяния апостолов, что хищники есть, и есть люди, которые действительно в овечьих шкурах, но на самом деле они являются волки. То есть я говорю, там, где гонят,
Там, где гонят. Там, где гонят на нашу церковь. Там, где гонят на пастор Ассамблеи, туда нельзя. Не надо. Нежелательно идти. Почему это нормально. Почему ты... Если, допустим, Ассамблеи, если вот... у тебя есть ребенок, угу. тот гонит на тебя. Угу. Ты хочешь сказать своему ребенку, иди туда, пожалуйста. А этот Павел Федоров, сколько он лет ребенком будет? Вот ты говорил про одного человека, который... А... Сколько лет ребенком? 20? Тем людям, кому говорил Павел, сколько им было лет? Они были тоже ребенком или детьми? Задача пастора – соблюдать народ вокруг себя или привести ко Христу, и уже чтобы они со Христом ходили? Вот ты читал это местописание, что Павел говорит, что надо блюсти овец пасторам? И ты должен бы адресовать этот вопрос Господу Богу, что я мне не нравится то, что тебе здесь написано. Конечно, это будет. Если кто-то будет гнать на нас, если кто-то будет наступать на нас, мы не будем наступать обратно, не будем, но это самое, но мы будем сберегать наших людей, чтобы они туда не смотрели. Факт. Истина. Нет смысла направлять твоих людей там, где их будут яд кормить. Но поэтому, на CNN никогда разу про Ассамблеи вообще ничего не говорили. В эфире телеканала ни разу ничего не говорили. Не показали? Ни разу Ассамблеи не показывали ничего против тебя. Ни разу. Разве? Не, на новостной сайт говорили, да. Но на телеканале, что... ты сказал на телеканале, это не смотрите. Новости, я оттуда, тоже. Даже в новостях нет, у нас в эфире нету ноль. Но ты... В эфире ноль. Мы не говорим эту проблему, мы я не озвучиваем. Я сам заходил. На сайт. На сайт. Мы говорим про телеканал. CNN News. Есть еще сайт CNN. Мы говорим про эфир. Ты говоришь, не смотрите телеканал. Тогда тебе это на не грозит. Не... Тогда думаешь, это тебе не грозит. На телеканале TBN думаешь, кто-то про CNN что-то говорил? Нет, нет. Ты сказал, не смотрите ни TBN, ни CNN? Нет. Я на Invictor, да, на CNN никогда не говорили. Очень хорошо. Спасибо, что ты это мне дал знать. Да, никогда, тогда... никогда не говорили, да. То есть мы не забираемся. Но я просто видел, мне говорили по поводу сайта, и я заходил. На сайте, да. Мы на сайте обсуждаем, мы многие новости ставим, и про развод Бенни Хина, и про все остальное. Это новости христианского мира, но мы не выводим в эфир. У нас другая аудитория там. Это тогда принцип. То есть очень, можно очень смотреть. Правильно. Конечно, если в этом случае, да. Если вы не то гоните, можно нас, смотреть. Можно смотреть. Не за что, нечего бояться. Если действительно вы не гоните не только на меня, но на других помазанников. Да. Я верю, что Бог в эфире дал, этого нет. Да, эфир не для этого, а для того, чтобы Евангелие действительно. Хорошо. Ты как бы учил много о покровительстве. Нет. Ну, немного, я помню, вообще. Как однажды был на конференции у вас, и каждые 3 минуты монотонным голосом девочка говорила: «Желающие встать под покровительство пастора Ассамблеи, пройдите за шторку». Да, и это вот, не учение было, это объявление. И, да, но постоянно говорилось снова да. и снова. Угу. «Желающие пасторы встать под покровительство». Угу. Да. Ну, у вас есть такое учение? Или... Да, есть, конечно. Ты веришь в него? Учение. Это то же самое учение, как отцовство. Конечно, я верю в него. То есть ты принимаешь под покровительство церкви? Конечно. Я сам под покровительство. Потому что Библия говорит к Римлянам, 13 глава, 1 стих, что всякая душа должна быть под высшей власти. Всякая душа. И я лично верю, что любой пастор, который не под покровительством, опасный человек. Угу. Потому что он может делать то, что ему стукнул в голову. Поэтому я думаю, что каждая душа должна быть... Многие думают, что у тебя что-то стукнуло в голову, и ты делаешь опасные вещи. И у тебя ширмовое покровительство. Если бы у меня не было, да, если бы у меня не было старших людей, которые лучше знают, чем те, которые так думают, тогда, может быть, все, получается, весь мир, которые так верят, все другие люди, которые не верят, как они верят, значит, они все, ну, сошли с ума или что-то, нет? Сегодня идут церкви под покровительство под тебя или нет? Конечно. А много уходит? А из покровительства официально никто, ну, последний год не уходил. В начале, когда процентов случилась ситуация. 70, 80, 50, 20, сколько процентов ушло из-под вас? Из церквей? Да, церквей. Количество церквей, которые ушли от вас. Пасторов, служителей. Количество, по-моему, есть в интернете. Я не знаю, да, ну, это в интернете есть список, кто-то выставил список все пасторы, которые ушли. По-моему, 34 церкви. Но это немного, это ничего. У нас больше 300 церквей в Украине. Uh-huh. Но, и некоторые из них под покровительством, некоторые из них мы сами начинали. Uh-huh. Но, в принципе, то, что мы сами начинали церквей, 300 церквей, но в Украине, но по всему миру у нас покровительство около 1000 церквей. Uh-huh. Я бы хотел спросить об аукционе.
вещей с Андея, твоих вещей. Но вот знаешь, есть аукцион вещей Элвиса Пресли, аукцион вещей там, я не знаю, Ленина или каких-то великих там, там Наполеона письмо. Да. И вот аукцион вещей с Андея. В двух, буквально пару секунд. Хорошо. Такая мысль, и пастор понравилась эта мысль. Сделать завтра вечером, мы хотим организовать, и мы организуем аукцион. Разденем пастора. Но не просто аукцион. Мы хотим, есть очень много дорогих вещей. Но послушайте, в каком смысле дорогих. Не в том смысле, что они очень дорого стоят, хотя они не дешевые. Но, например, костюм, которым пастор благословлял Вован. Я думаю, это хорошая передача милости. Вот, и так далее. Очень значимые вещи, вот, которыми сам пастор хочет участвовать в строительстве. Вот, и завтра у нас будет вечером в третьем служении такое мероприятие, такой аукцион, где будут не просто какие-то дорогие вещи, а очень исторические вещи в жизни... А? Разыгрываться, да. Вот, такие очень исторические вещи в жизни, так и в истории посольства Божьего. Пастор хочет показать, какие вещи будут разыгрываться. Хотя давайте, я думаю, что это интригу создаст. Может быть, драться будут. Первая Библия пастора Сандея на русском языке. Особенная фотография пастора Сандея с пастором Наташей, с их личной подписью. Фото пастора Сандея с его личным пожеланием, с его подписью. Костюм пастора Сандея, я уже говорил, который он благословлял. Меч обоюдоострый и так далее. Елей помазания, который пастор Сандей использует и так далее. Сувениры, костюм пастора Сандей, я уже сказал. Книга биография. Это хороший образец. Я думаю, что это не просто идея, чтобы вы поняли, что мы придумали распродать вещи пастора Сандея. Обед с пастором дома, ужин, визит пастора, пожить у пастора Сандея. Там будут разыгрываться, например, поездка в Прагу, поездка в Стокгольм, поездка в Москву. Странно, да, это все выглядит, правда? Для тебя, да. Для тебя, да, пастор. Для христианского мира... Да, для христианского мира. Какого мира? Взгляд человека зависит от его масштаба. Если человек находится в своем колхозе и никогда не был в соседнем колхозе, он может подумать, что его колхоз самый крупный вообще, больше, чем Манхэттена. И то, что мы решили собрать деньги на строительство. Мы собрали людей, у нас были служения утром, вечером, мы объявили, что это не богослужение. Все ушли домой, которые на богослужение. И на территории церкви, на зале, просто потому что другого зала нет. Uh-huh. Если бы был другой зал, мы бы использовали другой зал. Uh-huh. Но мы решили сделать розыгрыш на строительство храма Божьего. Uh-huh. Почему это нужно было? Люди дают деньги, это не продажи, это не покупки были. Люди дают деньги на строительство и получают за это что-то, которое они уважают. Потому что... Святыня. Не может быть святыня, но просто символ. Они хотят что-то иметь. Я, допустим, если я кого-то посчитаю, если я кого-то имею... Ну, придешь в православную церковь, там святыни, там вот это там святыня, мощи какие-то. Если я кого-то посчитаю, кого-то уважаю, этот человек для меня что-то обозначает, мне хочется иметь его фотографию. Мне хочется иметь какое-то вещественное доказательство при себе, которое мне напоминает об этом человеке. И при этом, если я смогу еще поучаствовать в строительстве здания, что там плохое? Мы это не делали в вашей церкви, мы это не делали в чужой церкви. Зачем вы сунете нос в наши дела? То есть это интересное дело. То есть каждый имеет свое мнение. И надо дать людям, да то и есть они личности, потому что они имеют свое мнение. И думаю, как они, и поступаю, как они считают нужно. Сандей, я просто задаю вопросы. Первую передачу у тебя были выводы. Сейчас я вижу, что ты вопросы туда задаешь. Уже, знаешь, выводы уже все сделали. Да, потому что ты пытался меня менять. Ты сделал...
оранжевую революцию. Как я сделал оранжевую революцию? Я цитирую харизму. Ты что? Как это я сделал оранжевую революцию? Ну, в харизме написано, что ты организовал, ну, как бы ты... Как это? Наша честь. Я не хочу активно принимала участие в оранжевой революции. И это отрезать никто не будет. Но не только наша церковь. В этой же харизме, которую говорю, там я говорю о том, что наряду с другими церквями. И есть у нас книга об этом. Выводы, которые делает журналист харизмы, ага, после интервью с тобой, что вот это тот человек, который сменил президента. Это не может быть так. Это не так, это не может быть так. И ты кто-то, это может быть ты или кто-то так понял. Когда ты книгу написал про оранжевую революцию, какую цель ты преследовал? Какую книгу? Ну вот где про оранжевую революцию, твоя книга про оранжевую революцию. Это называется «Активная гражданская позиция». Книга называется так. Или «Реформация». Может быть, одна из двух. То есть говорить об активной гражданской позиции. О том, чтобы верующие... Оглядываясь также... назад, нужно ли было церкви участвовать в этих оранжевых делах? Конечно же. Нельзя жить в обществе и быть независимым от этого общества. Иисус пришел на землю изменить мир к лучшему. И он оставил здесь церковь свою прежде всего для того, чтобы изменить мир к лучшему. Мы, это доктринальные вопросы. Моя доктрина в том, что Евангелие Иисуса Христа, это должно быть заключено не только в четырех уголках церкви. Мы не верим в том, что Евангелие должно быть только в за кафедрой церкви. Мы верим, что нужно вынести Евангелие из четырех стен церкви и нести его в политику, в экономику, в спорт. Ты не считаешь, что это была ошибка? Конечно, не ошибка. Так, следующий вопрос. У меня создается впечатление, что вот ты рассказываешь о себе, ну, как о совершенном. Вы ошибки делаете? О, конечно. Спроси у моей жены, она знает, сколько у меня ошибок. И люди, которые возле меня, нету людей совершенных. И нет людей, которые не делают ошибки. Вы просто... делаете выводы из ваших ошибок? Если бы я не делал вывод, я, по-моему, дураки не создают то, что удалось создать пастор Сандей. По-моему, люди, которые не делают выводы из своих ошибков, не находятся там, где пастор Сандей находится. Сейчас очень много людей пострадали от King's Capital, да, в вашей церкви. Да. Не в моей церкви, в вашей, да, церкви. Вы сделали какие-то выводы? Конечно. О, какие? Есть серьезные выводы. Выводы, которые я делал, в том, что разное много. Есть лишние выводы, которые только для меня, mm-hmm, которые я не буду говорить публично. Но больше выводы, которые я делаю, это то, что когда я говорю об одном, и когда то, что я говорю и думаю, не всегда совпадает с то, что другой человек думает. Mm-hmm. То есть о том, что люди не всегда имеют в виду то, что они говорят. Mm-hmm. И о том, что нельзя быть наивным. О том, что, ну, это значит, я был наивным в чем-то. И, а люди, которые тебе поверили? Они тоже в чем... Пострадали? Не. Люди, кто пострадал финансово? Вот, скажем, люди, которые пострадали... Кто пострадал? Это алчные это люди? Важно, это важно. Люди, которые пострадали финансово, они пострадали финансово не потому, что они мне поверили. Они поверили компанию King's Capital. Надо, видишь, опять позиция. Надо делать разницу, потому что сейчас суд идет. Я тебе просто документ, но это документально. Сейчас из нашей церкви, пострадавшие, которые были в нашей церкви, 100 заявлений. 100 заявлений. И 500 заявлений из неверующих людей, которые вообще меня не знают. Которые вообще никогда не были в нашей церкви. То есть это люди, которые поверили... Даже 100 человек, это даже 5, да, человек, это много. Да, очень много, я согласен. Но они поверили не мне. Они поверили рекламу, которую звучали, которую King's Capital делала. Звучала в вашей церкви? И не только в нашей церкви. Да. Она звучала и в других церквях. И она звучала даже не только в церкви. Она звучала в метро, она звучала на телевидении. В других церквях посольства Божьего приходили гонцы. Не только посольства Божьего. Гонцы, ну, в основном посольства. Гонцы приходили, которые из посольства Божьего и с твоим мандатом. То есть с твоим зеленым светом. Ты сказал, видишь, ты заявляешь о своей... Ну, как паст, бы... Ну, хорошо, Максим, существует мнение... Мандат. Существует мнение... Существует мнение, давай так. Существует мнение и заявление людей, что к ним приходили люди, используя твое имя и твой авторитет. Конечно. И приходили, это говорили, да, вы должны дать рекламу. Да. Вот это да.
есть люди, которые использовали мое имя и мой авторитет, но это всегда так будет. Люди могут, есть люди, которые идут сейчас, используют имя и авторитет Обама. Есть люди, которые выходят и используют твое имя и авторитет. Это всегда будет. И то, Сады, вот эти пострадавшие, выводы, пострадавшие люди. Да. Тебе их жалко? Конечно. Это я пострадал больше всех от Гейскетика. И мои люди пострадали. Ты пастор. Когда я слышу рассуждения людей, верующих людей, о том, что о, Сондей такой бездушный, как это так, люди пострадали. Они говорят, как будто они больше сострадают людям, чем я их сострадаю. Потому что они говорят это, слова сострадания. Потому что, но ты хотя бы скажи слова сострадания. Потому что это, ну, показ. Они говорят это на показ, но те люди, которые сейчас, до сих пор, придут в нашу церковь в любое время, и мы вызовем людей, которые вложили туда. И они скажут тебе, какие слова сострадания они слышат от меня, не на телевидении и не на радио. Но... И какие не только слова сострадания, но и помощи. Да, просто видишь... Если ты, как ты, пастор, ты знаешь, что, чего это стоит. Одного человека кает. Не только кает, но привести в церковь, утвердить в церкви. Если человек знает, о, что это значит, должен знать, что я не сумасшедший, чтобы обрадовать или быть равнодушным от того, что произошло. Я больше всех сострадал. Сейчас, смотри, твоей церкви ты предоставил возможность этим людям, проходимцам, говорить. А, то есть на тебе есть ответственность, что ты им дал возможность говорить? Что, что ты говорил, что нужно инвестировать, нужно... Ладно, если бы ты бизнесменам говорил, надо инвестировать. Я говорю бизнесменам, инвестируйте, будьте мудрыми. Но вдове или старушке, которая говорит, а что мне делать? Я говорю, тебе не надо инвестировать. Я говорю, не да. надо. Тебе... И все, которые ко мне приходили также, я тут же там им говорил. Вот, спроси. Ну, не будь, ты говорил, не будьте глупы. Кто давай. Приходил ко мне, спросил... Давай посмотрим несколько кадров. Да, кто ко мне приходил, спросил лично, вот так, я так и говорил. Но что касается того, что люди пострадали, мне жалко или нет? Конечно, не только жалко. Я делаю, работаю с утра до вечера, чтобы помочь этим людям. Те, которые ко мне обращаются. Как ты помогаешь? Хочешь вернуть деньги? Да, некоторые мне возвращали деньги, некоторые мне платили за медицинские помощи, некоторые за жилье, некоторые люди, которые действительно ну, обратили как пастору. Давай посмотрим последний у нас видеоролик, и потом будем говорить о том, что дальше. Включите, пожалуйста, ролик. Анна Фролова живет в недостроенном доме. И, возможно, закончить строительство ей так и не удастся. Дом в залоге у банка. Анна не платит по кредиту уже давно. Несколько месяцев назад к ней приходила исполнительная служба. Вот в таких коробках были сложены все наши вещи, когда пришла выконавчая служба и хотели у нас забрать наш дом. Перед этим они зашли в дом. Без нашего ведома мы ничего не знали. Временно, судом, выселение Фроловой остановлено. Коробки она уже разобрала, но не выбрасывает. Коротает вечера за чтением Библии. Анне Фроловой 2 года назад пастыри церкви Посольство Божие посоветовали заложить дом в банке, а полученные деньги отдать под проценты одной из прихожанок-активисток. Анне долг так и не вернули. Когда в 2003-м адепты этой церкви приходили в больничную палату к Сергею Веслободову, она уже называлась «Посольство Божие». У Сергея рак печени. Тогда, после тяжелой операции, миссионеры читали молитвы. И мужчина почувствовал себя лучше, стал прихожанином. Но через 5 лет болезнь вернулась. Сергею нужна была химиотерапия. Нам понадобились большие финансы, брать неоткуда, потому что у нас вон 3 детей подрастает. Мы вот сами ютимся в одной комнате. И я пошел на прием к пастору, вот мы с женой пошли. Тогда принимала Боси Абеладжи, потому что к Сандею уже не пробиться было. Вот. Они ничего не нашли лучшего, как предложение заложить ну, наше единственное жилье. Послушала учение пастора. Я взяла кредит под залог своей единственной квартиры. Я уговорила родителей. 2 года их уговаривала. Давайте так поступим, мы что-то изменим. Мои родители не хотели. Они ни в коем случае не хотели. Но я нашла какие-то слова, когда смогла их убедить в этом. Мы пришли в банк, взяли кредит и также вложили. В том банке и другой банк будет вам тоже давать.
Естественно, с вас потребуют справку о доходах. И теперь смотрите, если вот мы там схему рисовали, что мы сдали в аренду, например, там $600 в месяц, это уже ваш доход для банка, плюс ваша справка, например, с работы, что вы сколько-то зарабатываете. Если что этого так, не... Может быть, люди не поняли, что такое дали деньги в аренду. Вы поняли все это? То есть вы находите компанию, которую можно инвестировать, и вам будут давать 3-5% в месяц. И за это... проценты вы погашаете, у вас доход уже появляется, погашаете проценты в банк. Но вы когда показываете, что у вас есть договор, вы получаете ежемесячно там, например... Ну, у меня нет слов, когда вот раненые люди, горем убитые, то есть, ну, они потеряли все. Я не хочу сказать, что ты злодей, но что ты чувствуешь, когда вот видишь, вот это же твои люди. Ты говоришь с позиции того, что я злодей, или нет, что я не хочу, что из-за меня они потеряли. Эта женщина, о которой говоришь, речь идет первая, она не вложила деньги в King's Capital. Uh-huh. Она до того, как я даже начал говорить о финансах в церкви, занималась, она занималась бизнесом, она вложила, я не знал даже, что она вложила куда-то, в другой человек. И а мужчина, который здесь говорит, просто люди Бога не боятся. Когда горе приходит к людям, когда проблема приходит, им некоторые, к сожалению, из-за, может быть, слабости характера и так далее, находят причину, и они, ну, на кого скинуть свои проблемы. А третье? Этого человека, мужчина, приходил к моей жене, моей жене на самом деле, и моя жена, наоборот, дала финансы. Ему, им на лечение, собрала церковь, мы собрали деньги на лечение его. Вот это раковое, это самое, которое он говорит. И теперь, как слушая такие истории, ему просто дымом дается. Третья женщина, у нас был клуб, который называется «Клуб миллионеров». И она там была членом этого клуба. Там учили как раз инвестирование, как ты говоришь. И то, что никого же не говорят, что вот... Но иди, но никого не заставляю это делать. Человек принимает свое решение, поэтому большинство людей в церкви не делали этого. Но это просто знание, которое люди могут получить не только в клубе миллионеров или в церкви. Это книги есть об этом, Роберт Киосаки пишет об этом, другие люди пишут об этом, Наполеон Хилл пишет об этом. Все это просто общеизвестные. Ну, в конце ты сказал, вы поняли, вы все поняли, там сидит у тебя вся церковь. Да, я сказал, вы все поняли, что, то, что нужно деньги говорит. Дать в аренду. Да. Человек стоит, учит. Зачем? А потому что мы любим людей своих. А потому что мы хотим людям своим помочь. Мы делаем все для людей. Мы, наша церковь не просто вся церковь, которая просто ты приходишь, сидишь, тебе считают проповедь, уходят. Мы участвуем в жизни людей. И мы даем людям знания всякое. Мы даем людям знания о финансах, мы даем людям знания о Христе, мы даем людям знания, мы даем все знания, которые могут людям помочь. 100 человек, вот ты как пастор, 100 человек только у вас пострадало из вашей церкви. Нет, я не сказал, что $100. Вот 100 человек. Нет, а я сказал, что сейчас проходит суд. Угу. Я говорю о тех заявлениях. А пострадало гораздо больше. Наверное, больше. Может, но я просто тебе говорю о том, что происходит в суде. А ты когда-нибудь сказал им, извините меня за то, что я вас учил, и вы ничего не поняли? Конечно. То есть ты сожалеешь? Мы сейчас зайдем в интернет и напиши просто Sunday или Pastor Sunday покаялся. И то будет 2000 или сколько-то статей там. И почему никто об этом не говорит? Фотографии и все. Минские телевидения об этом говорят, журналисты об этом говорят. Когда это случилось, первое, что я сделал, я стал на колени в церкви, и я сказал, что простите меня, и я писал письмо, между прочим, всем христианской конфессии, и сказал, если из-за моего учения люди не поняли, неправильно поняли и действовали, вложили, но опять же, видишь, я здесь говорю, компанию, но кто-то говорит, что он направляет меня в King's Capital, это была неправда, потому что, даже государственные банки давали 3%. Кредитные союзы давали. Даже до сих пор дают.
27% Украины здесь. Поэтому кто бы думал, ты говоришь, что я дал злодеям или ну, проходимцам сцену. Я же не видел их как злодеев. Я не знал, что компания Рукнис. Это сейчас все говорят, что злодеев Сандей дал рекламировать. Кто бы знал, я верю просто членам церкви. Я всем верю. И этих людей... Эти люди из King's Capital, тоже я верил им. Почему? Потому что никто не думал, что это случится, то, что случилось. И это случилось не только здесь, это случилось по всему миру. И когда все было хорошо, эта женщина, которая ходила, она уходила и хвастала людям, что она Кабреру купила. То есть, ну, люди, ну, получали процент, они же не приносили эти деньги, которые они получали. То есть, когда все хорошо, никто даже не приходил ко мне, что Сандей, ты ушел, и нам сейчас получали деньги. Нет, они жили себе свою жизнь. Но, несмотря на это, мне, как пастор, не только тяжело, не только плохо, но мне жаль этих людей. И всеми возможными методами, мы даже создали комитет, антикризисный комитет, где люди... Ну, члены другие, нашей церкви, другие, которые специалисты, банки и так далее, они уходили с работы, и они садили в церкви и принимали людей, как можно помочь людям, чтобы выходить из этой ситуации. Но никто об этом не хочет говорить. Потому что ну, люди ждут скандала, люди хотят только, ну, ищут возможности, чтобы только гадить. Но на самом деле желательно, и ты правильно сделал, я хочу тебя поблагодарить, что ты решил все равно пригласить меня на эту беседу, потому что всегда да лучше слушать и то, и другую сторону. Рекомендуешь ты людям, которые вот у тебя в церкви сегодня же еще остались, кто-то пострадавший, или все ушли от тебя уже, от King's Capital? Нет, большинство людей остались в церкви. Остались. Ты им рекомендуешь теперь вот в Минотеп продуктами их пользоваться? Конечно. И другими продуктами, которые будут приходить? Пользоваться одно дело. Вкладывать деньги или занимать бизнесом – это другое дело. Пользоваться все равно... для здоровья. Хорошо, да? Сейчас вот он обанкротился, ты ему рекомендуешь снова все равно вкладывать. Нет, это не вкладывать. Нет, например, не продукт, именно продукт. Это продукт. Хорошо. Если я купил продукт, если я деньги отдал и получил ручку, я получил свой продукт обратно, то, что мне нужно. Ты продолжаешь, вот ты там учил, что нужно деньги давать в аренду, чтобы они приносили деньги? Нет, но я продолжаю учить о том, что нужно заниматься бизнесом. То есть ты теперь уже больше говоришь, нужно бизнесом, но не инвестициями? Да. Инвестиции то же самое. То есть, но нужно контролировать инвестиции. Проблема не в том, что инвестиции плохо. Проблема в том, не в том, что люди верующие не должны заниматься бизнесом. Люди должны заниматься бизнесом. Инвестиции, я это не отхожу от этого. Просто надо его сделать правильно, правильными принципами. И надо избежать ошибок, которые другие делают. Весь мир занимается бизнесом. Сложный вопрос, Сандей, очень сложный вопрос. Ты стоял на коленях, говорил, что ты никакого отношения к King's Capital не имеешь. Да. Это так? Я имею в виду, что не имею никакого отношения к созданию, управлению и к финансам. Это так. И могу еще стоять на коленях сегодня и сказать так, перед Богом. Вопрос такой. У тебя дома не проходили никогда собрания King's Capital? Собрания нет. Руководство не приходило? Встречи? Встречи, да. Встречи, конечно, встречи были. Каждую неделю вас собирались? Нет. Руководство King's Capital? Нет, это неправда. Мы сейчас слушаем в суде, задают эти вопросы, нет? А они это не подтверждают. Почему? Я встречался с ними, всякий раз, когда я с ними встречался, чтобы выяснить, что вы будете делать с складом людей. И Бородушенко это подтверждает сейчас, и Сафонов там подтверждает это сейчас, и весь суд это слышит сейчас. Всякий раз, когда я с ними встречался, я всегда говорю, продадите все, верните людям деньги. Это был единственный мой интерес. Я встречался, чтобы выяснить, каким образом они планируют покрыть обязательства. А вот этот Колесников и второй? Голованов. Голованов. Да. Кто они такие? Они тоже члены церкви. Которые, когда я узнал, что проблемы у компании King's Capital, я собрал бизнесменов из церкви, включая Колесников и Голованова. И там был... Куда они увозили деньги чемоданами? Это ты, кто тебе это сказал?
Поэтому вот пошли кого-то. У тебя есть представители здесь? Угу. Вот пускай они придут в суд и послушают. Как часто у тебя суды проходят? Потому что... каждый день? Иногда раз в месяц, иногда два раза в месяц, иногда раз в неделю. Но следующее будет 1 ноября. Что объясняет на суде уже сейчас? Потому что там вопросы, там ты не съедешь. Угу. Что объяснял на суде Бордушенко? Я даже не буду говорить их слова. Но Бордушенко сам говорит, да, что он давал какие-то деньги им, но что они возвращали ему. Возвращали для чего? Для оплаты людей, кому они должны. Но впечатление, которое создалось, то есть, и поэтому все начали смеяться, все начали, говорить, зачем ты тогда говоришь, что увезли деньги? А куда, что ты сделал с этими деньгами, которые они принесли? А он потом объясняет, я потом платил людям проценты, которые я обещал людям. Но поэтому сейчас это и поэтому суд идет. Но люди уже из-за каких-то заявлений, которые были, имели какой-то вывод. Если вернуть все назад, перемотать, и там молодой Сандей, что бы ты вот отсюда сказал тому молодому Сандею, который будет говорить про деньги, инвестиции, деньги в аренду, вся вот эта... Что бы ты ему сказал? Я бы сказал ему, что учить о финансовой грамотности, об инвестиции, о сбережении, о вложении нужно. Всех? Нет. Всех нет, людей? Нет, я как раз закончу. Угу. Но нужно не просто пригласить желающих, как я делал. Я приглашал желающих приходить на это служение, это было открытое служение. Но я бы посоветовал, чтобы молодой Сандей проверял людей адекватно, проверял людей настолько они, даже не только что проверяют, чтобы люди сдали экзамены, насколько они прослушали все предыдущие учения до инвестиций, чтобы они сначала сдали экзамены, прошли знания, то есть надо проверить этих людей. Нормально, они послушали учения, не будут поступать против того, что учишь, против принципа, который ты будешь учить или нет. Ты сначала проверь, проведи их через этапы. То есть ты бы дал Сандею молодому совет, чтобы... Проведи их через этапы. И кто прошел первый этап, то есть не для всех, не для всех нельзя делать. И... Если у тебя была возможность сказать Сандею два слова, не делай этого, что бы ты сказал ему не делать? Я бы сказал ему, не пусти всех на учение, не давай вообще золото, не давай жемчужины всем подряд. На сцену, не пускай всех. Не то, что не пускай всех, не учи всех то, с чем они не могут справиться. Mm-hmm. То есть не давай... То есть не нужно всех учить... Да, об инвестиции, допустим, или о вложении денег. Вот это ключевой урок для меня. И это только один из много уроков, которые я для себя сделал. Ну вот в конце передачи я хочу сказать, что создается впечатление, что нет вот великого сожаления. Конечно, я понимаю, тебе нужно сейчас защищаться, и потому что тебя суд, и это очень серьезно. Может быть, нужно раскаяние в каком-то... Знаешь, вот раскаяние не публичное, может быть, а где-то внутри. Опять, не мне судить, я не судья, судья там у тебя другой. Но если бы у тебя, если бы ты бил Господь Бог, тогда ты мог бы видеть сердце человека. Угу. Но если ты хочешь покаяние публичное, уже было покаяние публичное. Уже было публичное покаяние. И если ты говоришь столько перед твоими телезрителями, что я не делаю выводы, я не служу, я не это самое, я только задаю вопросы. И если ты говоришь, что нет сожаления, ты не вошла в мое сердце. Слава Господу, что Бог, Он видит... У тебя есть сожаление, да? Он видит сердце, и Он судит по сердцам, не по видимым, это самое. Но мы люди, мы всегда судим по видимым. Конечно, у меня нету никого, даже люди, которые пострадали, никто не пострадал больше, чем я.
я больше всего пострадал. Ты все еще в хорошем доме живешь, на хорошей машине ездишь, у тебя хорошая работа, у тебя все еще нормально. То есть, а люди, которые пострадали, они же потеряли все. Да. Даже говорят, там кто-то убийца, я не знаю. Именно из-за этого я, мое сожаление и страдание. Потому что эти люди, я знаю, только одному Богу знать, сколько поты и сколько слез было пролито, чтобы они пришли ко мне. У тебя не было мысли продать свое имущество и распределить хоть кому-то? Были и мысли. Переехать в квартиру какую-нибудь? Были мысли. Да. Были мысли. Но ты отогнал их или? Нет. Потом, во-первых, это невозможно делать, потому что все имущество у меня под арест. Ты не можешь его продать. Во-вторых, даже если я продам, я не могу никому, ну, я могу помочь, может, 10-20 человек. Я не могу всем помочь. Поэтому мы находили способы, как помочь людям. Наша передача подошла к концу. У тебя есть... Это не вопрос, а такой... Что бы ты в конце хотел сказать? Я предоставляю тебе свободный микрофон. Я... Ты можешь сказать что угодно, у тебя есть право сказать что угодно. Я хочу сказать, что большой один из уроков, который для меня, опять же, в этой ситуации, в связи с скандалом и вокруг меня, и Kings Capital, и все, это то, что нельзя судить других людей. В свое время я допускал осуждение других людей. И я понял, что то, когда ты судишь других людей, это придет в твою жизнь. Это во-первых. Во-вторых, я часто слышал слухи о других людях, и я верил этим слухам. И на основании слухов я делал свои выводы. Я понял через эту ситуацию, что то, что я допустил и допускал в отношении к другим людям, тоже приходит и придет, в конце концов, жизни. А мою или других людей. Поэтому очень много выводов, которые я делал. И я хочу просто сказать всем людям, которые и осуждают меня, и не понимают меня, что я вас понимаю, потому что я там был. И также хочу сказать, что я не думаю, что люди, которые меня осуждают, они плохие люди, или злодеи, или страшные люди, или враги вообще. Я думаю, что они люди, которые искренние люди. И от искренности они высказывают то, что они искренне чувствуют в данный момент, даже не зная все подробности. Поэтому я не имею права осуждать этих людей. И я хочу сказать всем моим критикам, и даже ненавистникам, большое спасибо за ваш труд и за то, что вы делаете, за то, что вы высказываете, то, что чем вы не согласны со мной. Потому что это дает мне критиковать себя, анализовать себя. И это делает меня лучшим. То есть я благословляю вас, люблю всех вас. И хочу все-таки сказать, пожалуйста, не спешите судить раньше времени. И не спешите также судить, не зная всю картину происходящего или то, что произошло. Благословляю всех. Будьте благословенны. А также я хочу сказать большое спасибо Максиму Максимову за то, что он все-таки нашел это время и возможности и решился со мной вести этот разговор. Сэндэй, я тебя почитаю, спасибо. Уважаю и благословляю. Завтрашний день, как ты видишь? Что будет в будущем? Будущее... Или оно смутное, или... Будущее моей жизни? Да. Или посольство Божие? Будущее посольства твоей жизни. Посольство Божие – это церковь, которую Бог создал. И это церковь, которая сделала в Украине и бывшем Советском Союзе и Европе то, что мало церкви сделала. И эта церковь просто так, она такие вещи не появляются просто так. И если это дело рук человеческое, да, его не будет. Но если это дело рук Божьих, она будет расти, она будет расширяться, укрепляться, и она принесет Царство Божие не только в эту страну, и но во многие другие страны. А что касается пастора Сандея, что бы со мной не случилось? Я уже оставил свой отпечаток в истории, не только Украины. Что бы со мной не случилось, в тюрьму там будет пробуждение. Я человек Бога. Я знаю Бога. Я друг Бога. Я сын Бога. И я в любом случае буду продолжать ему служить и делать его дела. И после тюрьмы есть тоже жизнь. Если даже будет тюрьма, после тюрьмы пастор Сандей будет продолжать нести знамя его Господа Иисуса Христа. Потому что не я первый верующий, кто за то, что он сделал, идет в тюрьму. Мои все патриархи веры, они шли через тюрьму. Не все, но большинство. То есть тебя тюрьма не страшит? Не страшит. Но я не собираюсь в тюрьму.
я получу праведность, я имею оправдание, потому что действительно за то, что меня судят, не соответствует истине. И Бог покажет эту истину и правду, чтобы я еще мог больше людям помочь. Спасибо. Хорошее время. 2 часа провели вместе. Спасибо. Всего хорошего вам.